давай, догоняй. А, далековато. Блин, ближе. Еще разок давай. Саня, закрывай. Значит, ребята, сейчас будем играть в догонялки. Мы... А это музыка, будильник, вставать пора. Саня на копейке убегает. Вот вся вот эта площадочка, это наша будет арена. Мы с Женьком его на москвиче догоняем. И это, поскольку это салочки, то нужно осалить. А осаливать мы будем, у Женьки будет в руках... Бетоном! У Женьки будет в руках рези... Ни хрена ты бросаешь снежки. А то, я же... Женька будет, в общем, бросать, осаливать, так сказать, машину соперника. Да вы что, офонарели? Я тут хожу, блин, под артобстрелом. Короче, блин, он будет пытаться бросить в машину соперника, точнее, того, кого мы догоняем, резину. Короче, цель достать Сашку, догнать его и бросить в него вот это полено! Вот это. Так, смотрим. Вон она. Кобылина. Давай. Ох ты, я! Ох ты, ёшкин матрёшкин! Давай! Блин, Дима! Подожди, сейчас. Подхватывай. Не попали. Подожди. Физика такая, что ты руку на замах не сделаешь. А похеру. Давай, догоняй. Да, тут. Сейчас есть. Дворники, пол гребы, что они включаются на свече. О, сейчас. Иди так, теперь за мной должны гоняться. Только мне теперь камеру давай. Подожди. Иди в копью за тобой. Я что-то не понял. За этой машиной гоняй. Все, я понял. Только присоску тогда сюда замастырить надо. Мужики. Александр. А где баллон? А баллон уже здесь. Он вас ждет. Блин, вы как хоббитов здесь возите. Да, здесь возят лилипутов. Да тут, блин. О, муж сразу кидануть его. Блин, сейчас я не догнал. Не, ладно, пусть отъедет, а то сейчас, если мы сразу его поймаем, то это же что будет? Ну это что? Александр скажет, вы жульничали? Да, мы жульничали. У вас баллон с поддувом, что, он летает как ракета? Моя очередь сваливать, а они должны по мне попасть. Но я думаю, что на москвиче хрен они в меня попадут. В смысле, в копейки. Ребята, на москвиче. Замах! Вот он закладывает. Блин, ближе! Стой! Ни хрен, не попали! Ой, как весело! Пошел! Блин, надо пару крышек набрать. Вот глянь, тут еще парочка есть. О, в морду несется. Оба! Давай, все, он никуда не денется. Давай. Далековато. Да не, я через машину могу через крышу кинуть. Главное, чтобы поближе. О, сейчас он затупит. Сейчас мы вот здесь срежем. Давай. Нормально. О, прям нам ставили. Да, слегка. А давайте я буду за ними ездить, а? Не они за мной, а я за ними. Ой, чуть не развернула.
Ой, как тяжело. Ай-яй-яй-яй, не тем боком, дети, не тем боком. Это же Женек с этого бока. Сиди, он же как раз сейчас попадает по мне. Блин, сразу, пацаны, Да! А вот это удар! Сволочь! Зеркало мне сломали! Ну давай, что, я водителем сяду на москвич. Да. Ты водителем сядешь на москвич? Все, порвем этого засранца. Парни, это офигенски круто! О! Мы заглохли. Блин, не было, нигде не стрелять. А то ж, они сейчас меня зажучат, все. Режь его, Саня, режь! Ты глянь, вообще, а жопушник какой, ты смотри, как он. Давай. Он смотрит. Вы куда так собираетесь? Не видать, не надо ко мне собираться. Ну пусть они тут ближе. Они по малому радиусу, а мы в эту сторону. Ну-ка давай. Ай, ближе. Ай, не так близко. О, промазало! Блин! Я мимо! Лошары! Так, первый раз я выставлял! Салочки – вечная игра, я вам скажу. Сколько бы не было мальчиком ли, салочки всегда интересны. Гля, что он творит. Давай, за ним. Покрышки! Бум! Не было. Ты хоть смотри, где он? Да я смотрю! Это жопошник, глянь, что делает. Гля, уходит. Да у него одна и та же тактика, смотри. Да что ж ты? Я попал! Ну, ты попал! Я попал! Надо попасть так, чтобы он почувствовал. Ладно. Жучары! Попал, давай. Еще разок давай! Че мы в одном и том же месте в него бросаемся? Поехали в другое. Жалеешь маску. Жалею так, чтобы он почувствовал. По-моему, мы попали, но он не почувствовал. Блин. Все, заперли. Попали жучки. Слушай, что, в конце здесь ее как начал валять. Конечно, ты же начал ее валять. Ну что, прикольно. А мы с колесом приехали. А мы с колесом даже тебя настигли. Позор. Да ну вот здесь добрать. Короче, это были салочки от Автотут с Женьком и с Сан Санычем номер 2. И вот таким картинговым колесиком, прикольнейшим вообще. Если вы хотите еще больше таких видосов, пишите с пометкой. Либо едьте на автодром и сами гоняйте. С пометкой арт-директору канала Автотут Евгений Саныч. Смотри, он не хочет быть арт-директором. Не, а у кого еще будет мотня такая торчать, кроме как не у арт-директора? Очень негламурно. Так, ребят, в общем, всем спасибо, что смотрели, всем пока. Цыпа.